Масленичные гуляния в Хабаровске не состоятся. Такое решение приняла мэрия. Праздники с сожиганием чучела решено провести за пределами города. Народные гуляния пройдут всего на двух площадках. Кстати, отказались от массовых гуляний и в районных администрациях Хабаровска. Объяснение, чтобы не усложнять эпидемиологическую обстановку. Проводить зиму можно будет 5 и 6 марта в центре семейного отдыха «Сосновка». Причем вход будет платный – 300 рублей для взрослых. Также по традиции праздник Масленицы пройдет на Заимке. За вход 6 марта там возьмут 100 рублей. Организаторы будут развлекать гостей традиционными конкурсами, забавами, ну и, конечно, угощать блинами. Сжигание чучела тоже есть в программе. Жители Комсомольска-на-Амуре проводят зиму 5 марта на Театральной площади у Драматического театра.